Друзья, всем привет! Вы на канале интернет-магазина toyskyiv.com.ua. Сегодня у нас на обзоре каток. Детский каток, который можно играть на улице. Вот такой вариант брать лучше всего. Он крепкий, он не очень дорогой. Это украинский пластик, украинская фирма Технок. Никакой вони, запаха, то есть он прочный. Ну, максимально неплохой вариант. Ребенку будет интересно играть. Вот, к примеру, можно в песочнице, да, разровнять песок вот этим катком абсолютно ровно. У него вот так вот двигается руль, шасси переднее. Мне нравится, что тут есть отсек с мотором. Ребенку обязательно сюда заглянуть, все поправить. Отличный вариант. Вот так вот выглядит. Вот так вот выглядит снизу. Я думаю, что ребенку будет максимально интересно на песочнице играть, тем более, что он габаритный. Дети любят большие игрушки. Друзья, ценник на него адекватный. Ссылку я оставлю в описании. Будут дополнительные вопросы, пишите в комментариях.